Добрый день, с вами Science Daily, новости науки, техники и технологий. Российский стартап Hover, разработчик летающих транспортных средств, привлек нового инвестора в лице Исмаила Ахметова, предпринимателя, мецената и общественного деятеля. Инвестор принял решение о покупке доли в компании на этапе испытания авиационных электродвигателей на основе эффекта Вентури. В таких двигателях пропеллер заключен в трубу, и поэтому они менее опасны, чем открытые пропеллеры. Высокая эффективность достигается за счет дополнительных заборников внешнего корпуса двигателя. Вследствие эффекта Вентури дополнительный воздух вовлекается вовнутрь через заборники и увеличивает тягу. Также внешний корпус позволяет снизить уровень шума, производимый двигателем. Hover имеет все шансы осуществить революцию в частных и коммерческих перевозках, например, в такси, уверен Исмаил Ахметов. Аэротакси от Hover представляет собой электрический дрон с несколькими двигателями Вентури для взлета и посадки и двумя обычными двигателями для движения вперед. Первый прототип летающего транспорта был представлен еще 2 года назад. Он представлял собой беспилотник в 10 раз меньше реальной модели. Полноразмерная же модель позволит перевозить 2 или 4 пассажиров на расстояние до 300 км с максимальной скоростью 250 км в час. Разработчики уверяют, что аэротакси будет занимать 1 стандартное парковочное место, и поэтому для его использования не потребуется строительство дополнительной инфраструктуры. Такой дрон свободно поместится в стандартном гараже. Кстати, помимо аэротакси, компания также разрабатывает и создает дроны-беспилотники для доставки посылок и летающие мотоциклы, которые уже использует полиция в Дубае. Надеемся, что новые инвестиции ускорят процесс создания полноразмерной версии аэротакси, и скоро мы увидим ее первые летные испытания. Если вы хотите быть в курсе последних новостей из мира науки, техники, технологий и космоса, не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч!